Уважаемый, вы смотрите, это настоящие цветы, вы думаете? Вы знаете, вы глубоко ошибаетесь. Автор этих цветов Лена Лангуткина. Она сейчас расскажет, что это такое и что из себя представляют эти цветы. Будьте любезны. Представьтесь, скажите. Меня зовут Елена Лангуткина. Я занимаюсь лепкой цветов из полимерной глины, которая еще называется холодный фарфор. Совсем недавно цветы с незапамятных времен считались самыми совершенными творениями природы и всегда нас поражали своей наивной простотой, трогательностью и хрупкостью. И для того, чтобы их надолго сохранить в памяти любого человека, который особенно любит цветы, я решила воплотить это все в глине, в полимерной глине, то есть в холодном фарфоре. Я леплю эти цветы, собирая их и разбирая каждую веточку, повторяя их реалистичную красоту, которая создана самой природой. Пытаюсь повторить то, что создала природа. И получаются такие замечательные цветочки, колокольчики, васильки, ландыши, гвоздички, ромашки, васильки, крокусы. Это все, что у нас есть в природе. Алина Ивановна, скажите, а вот я так понимаю, что в год экологии вы прям как такой подарок делаете нам. Будьте любезны, расскажите просто, так сказать, о том, что у вас представлено на витрине в библиотеке Михаила Юрьевича Ермолова. Эти цветы действительно являются как бы символом нашей России, и год экологии – это как раз вот самое необходимое, наверное, для того, чтобы представить зрителю. И вот сегодня, в Библию ночь, как раз будет очень много народу, и мне бы очень хотелось, чтобы мои цветы, вот цветы вот полевые, наши цветы, наши родины, чтобы они подарили людям какую-то радость, чтобы люди могли поделиться своими впечатлениями, эмоциями со своими детьми и близкими. Вот. И действительно, это полимерная глина, это уникальный материал, который позволяет нам воспроизвести в мельчайших деталях всю красоту цветка. Она действительно и экологична, и пластична, эта глина. И благодаря своим свойствам она идеально подходит для создания вот этих реалистичных цветов. Спасибо большое вам за такие цветы.